Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Ильи Титовой. Этот сезон довольно щедр на благородные цветовые решения. Конечно, классические черный, белый и серые цвета никто не запрещает. Но они разделяют этот сезон с более глубокими или смелыми оттенками. Самые актуальные из них в сегодняшнем выпуске. Многообразие зеленых оттенков позволяет подобрать одежду под любой цветотип кожи и волос. Особенно удачно в этом цвете смотрятся платья, брюки палаццо, удлиненные шорты и жакеты. Синяя палитра достаточно активно представлена в новом сезоне, но самым востребованным оттенком стал именно голубой. В небесном цвете представлены не только летние костюмы, но и платья, туники, сарафаны, юбки и блузы. Насыщенный оранжевый оттенок отлично смотрится как в своих сольных исполнениях, так и в компании с белым, бежевым и коричневыми цветами. На волне нарастающей ностальгии по 2000-м именно этот цвет вполне закономерно стал одним из самых активных на ближайшие полгода. В нем также представлены шикарные платья, юбки, блузы и костюмы. Этот нежный цвет лично мне напоминает о весенних цветах. Так почему бы не включить его в свой гардероб? Он отлично подходит как для вечерних нарядов, так и для работы. Ведь разнообразие в этом цвете очень велико. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!